Всем привет! Вы на канале Лара Абхазаманка. Сегодня вас ждет культурно-развлекательный влог. Как видите, я вся при параде. Жду такси. Мы едем с вами в концертный зал «Дружба», город Брянск. Кому интересен данный влог, оставайтесь со мной. Как-то неудачно началась моя поездка. Первое такси я отменила, потому что они сказали, что ищем, и за срочность вам надо будет заплатить. Как помните, тот раз за какую-то превалентность, или как это они назвали, ну, в общем, скорость. И я заплатила за эту превалентность 2 раза дороже. Я отказалась. Жду второе такси. Вот вышла еще на улицу, а тут дождь. Побежала обратно, взяла зонт, переобулась, другую обувь надела. А такси все нет. Жду, психую, вся на нервах, а меня там ждет человек. Друзья, как оказалось, не меня ждут, а я жду. Хожу кругами вокруг концертного зала. Пока я жду, хочу вам рассказать, что за концерт нас ждет. Ой, дождик усиливается. Будет выступать наша брянская вокально-инструментальная группа «Стажары». Это довольно известная группа не только в Брянске. Они лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Во многих странах они бывали и стали лауреатами. Я даже не буду перечислять эти все страны. Вы посмотрите, зал будет полный, ни одного свободного места. Очень уважают брянцы эту группу. Так, репертуар у них песни 70-х, 80-х годов. Исполняют они романсы. Также будет современная музыка, я надеюсь, что будет. А мне, в принципе, все равно какая. Я рада, довольна, что я вырвалась в люди, так скажем. Не все ж работа и огород. Я очень довольна, что сегодня я посещу это мероприятие. Вот эта девушка в блестящей куртке серебристой меня ждет. Приветик. Друзья, узнаете эту девушку? Кто меня постоянно смотрит, я надеюсь, узнали, и пишите мне в комментариях. А мы пройдем пока в зал. Под дождиком стоять не будем. Пришли мы. В гардеробе ставим, раздеваем. Возле зеркала очередь. Девочка, спасибо. Колье прямо ношу под любой наряд. Просто нравится от души. Как всегда, зеленое платье, любимый зеленый цвет. Так, идем, да? Очень много людей, очень много. Даже стыдно снимать. Полный зал. В филармонии 2 этажа, но гулять можно только по 1-му этажу. Такие люстры на потолке. Я здесь была 2 раза на балете. Балет «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». И показывала вам этот балет, показывала этот зал. Оксана моя встретила знакомых. В общем, весело. Друзья, хочу сказать, на концерте вы узнаете еще одно знакомое лицо. Потом посмотрим, знаете вы или нет. Первый звонок, еще раз себя покажу, больше показывать не буду. Первый звонок, и мы пойдем в зал. У нас 8-й ряд, и это хороший ряд, хорошие места, кстати. Идем. Посмотрите, какая сцена. Все в какой-то дымовой завесе, дымовые шашки какие-то. Зачем, правда, я пока не знаю, для чего эти дымовые шашки. Все в дыму. Стажары, свежий ветер. А я вам, друзья, наверное, сказала стажары. Стажары. А я вместо ОА. Стажары, они так и называются. А пишут трудно. А, все, поняла теперь. Так, у нас 8-й ряд. 8-й. Какой? Все, мы уселись. Посмотрите, какое у меня прекрасное место. Могу снимать, и не будет голов. Нет, будет голова одна. А дальше проход. Друзья, присмотритесь, пожалуйста, к фотографии. Присмотритесь. Никого не узнаете?
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы, Богами инструментальный ансамбль «Стажары», рады вас видеть в этом зале на сегодняшнем нашем сольном концерте. Казалось бы, совсем недавно мы отмечали здесь наш юбилей, и вот мы снова с вами увиделись, но уже в одном составе. И позвольте мне представить вас всех наших артистов, вокалистов, инструменталистов. Гитара-вокал Александр Белов. Солист-вокалист Алексей Никольский. Солист-вокалист Анатолий Соболев. Привет! Бас-гитара Федор Капитанников. Клавишная Павел Тангир. Ударная Андрей Куриленко. Звукорежиссер Александр Замелин. Дорогие друзья, хочу представить нас вашего руководителя. Представьте, пожалуйста. Андрей Пономарев! Дорогие друзья, наш творческий корабль под названием «Стажары» берет курс на свежий ветер! Концертов «Стажары» дали в различных регионах нашей необъятной страны. Репертуар нашего ансамбля настолько разнообразный, что каждый может найти себе по вкусу песню. Вы знаете, песни, которые сейчас прозвучат, они вам знакомы. Эти песни о нашей молодости, о наших добрых воспоминаниях. И вообще о нашей прекрасной с вами жизни. Если вы их знаете, пойте вместе с нами. Поехали! Срочно увидеться нам, мои намерения.
Спасибо, спасибо, друзья. Приятно, очень приятно. Мужчин. И каждый мужчина, каждый скажет: я люблю тебя до слез. Как называется песня?
Это была Люда. Спасибо, Люда. Я спою о любви, я пою вновь и вновь. Берегите ее, берегите любовь. Это наш край, наша родная Брянщина. Ура! Красивее.
смертью проклятой, кровью пролитой. Вместе и снится нам не рок от космодрома, не эта ледяная синева. Молодцы, еще раз! А снится нам трава, трава у дома, зеленая. Знаете, друзья, сейчас должна быть песня, на которую я должен сказать такие слова. Что-то вы немножко засиделись, вы, наверное, устали. И вот давайте подвигаемся там немножко, да, расслабимся, поулыбаемся. А тут я смотрю, что вы уже готовый коллектив. Уже вас не нужно заставлять, да? Не нужно. Поэтому 100% позитив сегодня у всех. А песня как и называется? 100% позитив. Можно попеть, можно потанцевать. Я к вам так приду. Yeah.
Спасибо. Спасибо, спасибо. Мужчины вот как-то послабее немного. Это мне? Спасибо. Девушка, подождите, подождите, девушка. Девушка, или уходите, подождите. Второй раз поцеловался. Знаете, второй раз поцеловался, надо жениться. А я уже женился. Это моя жена Света. Ура! Света, спасибо. Ну, пойди с вами, поможешь мне? Ну что, друзья, теперь точно мы сейчас, наверное, все вместе сойдем с ума. Сейчас будет такая затяжная программа, в которой будете петь вы в основном. Мы будем вам только чуть-чуть помогать. Вы все прекрасно знаете эти песни, а вы и пришли попеть, правда? Все прекрасно, вы поете, мы вам помогаем, а если можно, и где-то помолчим, правда? Не стесняйтесь, сами, сами и вперед. Поехали! Я таки на зиму
Какие вы все-таки прекрасные, честное слово. Вы знаете, прямо такая стена, это очень приятно. Столько много вас пришло. Полный зал. И знаете, кто хотел, тот пришел, да? А кто не хотел, тот тоже пришел, оказывается. Толик, а я еще хочу заметить, вот галерка, мы знаем, что там медики сидят, вот они самые сегодня активные. Привет вам! Вы знаете, как с вами хорошо. Прямо, честное слово, поет душа. Спасибо вам. Прическа, друзья, посмотрите, красота, уметь же плести. В общем, мы под впечатлением. Друзья, вот и закончился концерт. Оксана, ты в шоке? Я в шоке. Как будто от этих мужиков, которые плясали, развлекали нас почти 2 часа, мы в шоке. Один из них наш коллега, надеюсь, вы его узнали, надеюсь. Я сегодня порадовала поклонниц Анатолия Олеговича, который пригласил нас сюда. Да, дал нам пригласительные билеты. Анатолий Олегович, если будете смотреть это видео, огромное вам спасибо. Просто целуем вас с Оксаной. Замечательный песни концерт. Актуальные такие, хорошие, добрые, нежные. Прямо, ну, про Брянск мне очень понравилось. Прямо вообще очень-очень. Кстати, я, наверное, не сказала в начале ролика, что их группа вокально-инструментальная создалась в 1972 году. А мы с Оксаной родились. Я в 69-м. Я в 66-м. А, ты в 66-м? А я думала, в 68-м. В 66-м. Вот. Мы еще под стол пешком ходили, а они уже пели. Так что вот так, да, порадовали, порадовали, молодцы, мужички, очень хорошо. И вообще мы гордимся, правда, что задорные у нас такие в области есть такая группа, вообще молодцы. Не зря они лауреаты и завоевывали первые места на фестивалях за рубежом. Молодцы, мы в шоке. А мы сейчас с Оксаной, наверное, пойдем обмоем. Точно обмоем. Ну, наверное, не будем это показывать. Конечно, не будем, друзья. Это опять будет суды пересуды. Просто
сегодня был ролик именно музыкальный, да, культурно-музыкальный, да, а все остальное... Развлечение, но это культурно, что же развлекаться надо. Друзья, огромное спасибо, что вы посмотрели это видео. Спасибо всем, кто поставит лайки за это видео. Спасибо всем, кто подпишется на мой канал. Всем мира и добра. И до новых встреч на моем канале. Пока-пока. Пока-пока.